Всем привет, друзья! Сегодня приготовил для вас десятку интересных инструментов с AliExpress. Цены на все товары небольшие, так что приобрести их сможет каждый. А также не забудьте принять участие в конкурсе на $10, который будет в конце ролика. Присаживайтесь поудобней, а мы начинаем. Штангенциркуль. Это очень полезная вещь в доме, а также он будет необходим самодельщикам при создании их творений. Эта модель штангенциркуля выполнена из композита углеродного волокна, по крайней мере, так указал производитель. Конечно же, с металлическим аналогом этот штангенциркуль не поспорит, но для бытовых измерений, не требующих особой точности, он подойдет замечательно. Тем более, у прибора есть большой плюс – это его стоимость – всего лишь $3. Магнитный угольник для сварки. Он предназначен для сварки металла под разными углами, что очень поможет при точных работах. Сила маленького угольника 4,5 кг, большого 11,3 кг. Советую для тех, кто много занимается сваркой. Набор из 33 бит для шуруповерта с удлиняющей насадкой в комплекте. Большинство бит нестандартные, так что в случае, когда нет какой-то редкой биты, этот набор придет вам на помощь. Если вы занимаетесь выездными ремонтными работами или просто некуда складывать инструмент, то предлагаю обратить внимание на эту надежную сумку для инструментов. Ее отличие от остальных аналогов в том, что она имеет много карманов и прочное пластмассовое дно, что придает ей прочности, а вам уверенности в том, что дно под нагрузкой не порвется. Тиски для сверлильного станка. Основание выполнено из толстого алюминиевого литья, а губки – поравляющая и опорная гайка из стали. Это очень надежные тиски для домашних работ. Следующий товар будет очень полезен тем, кто много паяет. Это оплетка для выпайки. Иногда приходится выпаивать микросхемы и прочие элементы. С ее помощью можно легко выпаивать микросхемы с большим количеством ножек. Она буквально забирает на себя припой. Продается по 1,5 метра, диаметром 3 мм, вес 16 грамм. Цена 80 рублей. Представляю вашему вниманию устройство, которое будет незаменимым помощником в ремонте и сборке различного рода мелкой электроники. Микроскоп от фирмы Andon Star. С помощью данного прибора вы без труда восстановите дорожки на печатных платах, замените шлейф у дисплея или микро-USB разъем, а работа с SMD компонентами и вовсе станет для вас одним удовольствием. Это обычная ножовка, которая используется по прямому назначению. Рукоятка прорезиненная, и от этого ее держать в руках удобно, и она не скользит. На обухе полотна нанесена линейная шкала. Те, кто ищет хорошую рулетку, то присмотритесь к этому продавцу. При производстве рулетки использовалась специальная сталь для наилучшего изгибания мерной полосы рулетки. В наличии есть два типа рулеток – длиной 3,5 метров, шириной мерной полосы 19 мм и 7,5 и 10 метров шириной мерной полосы 25 мм. Мини-молоток с когтем. У него прорезиненная пластиковая ручка, головка молотка, сделанная из высокоуглеродной стали. Предназначен для работ в ограниченном пространстве, так как его длина 160 мм. А теперь конкурс на $10. Условия стандартные. Поставить лайк под этим видео, подписаться на канал, нажать на колокольчик возле кнопки «Подписаться» и написать комментарий с товаром, который вам понравился. И как только ролик соберет 500 лайков, я выберу победителя и опубликую его в своей группе ВКонтакте. Всем удачи! А также не забывайте смотреть вот эти видео. На этом у меня все. Увидимся в новых роликах.